Доброго ранку, мы из Украины. Приветствую всех неравнодушных к трагедии украинского народа. Меня зовут Эд Блэк, и это новости с передовой. А в это время российские оккупационные войска пытаются взять под полный контроль Луганскую и Донецкую область. Туда перекинуты дополнительные подразделения живой силы, а также огромное количество техники и боеприпасов. И основное усилие российские оккупанты сосредоточили на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском, Купянском и Новопавловском направлении. Также наблюдается увеличение численности наступающих оккупантов в районе Сватово-Кременная. И, как вы видите, ожесточенная война продолжается. И мы будем биться до последней капли крови, пока последний солдат, живой или мертвый, не исчезнет с украинской земли. Аминь. За последние сутки российские освободители потеряли 910 своих военнослужащих, прихватив с собой на концерт Кобзона 2 танка, 10 бронемашин, 8 артиллерийских систем, 2 системы РСЗО, 4 системы противовоздушной обороны, 6 БПЛА различных типов и 9 военных автомобилей. Ну а с начала войны, с 24 февраля, на территории Украины, по данным Генштаба, было уничтожено 135 тысяч 10 российских оккупантов. Вот и все. Слава ЗСУ, слава героям, слава нашим друзьям во всем мире. Перемога буде за нами і вже йде.